Всем привет, вы на канале Кайби, и с вами Екатерина, и мы продолжаем ласковый дождь, вернее, да проходим ее. Мне интересно, чем все это закончится, а перед тем, как начать, поставь лайк данному видео и подпишись на мой канал, да-да-да. А мы продолжаем. Тори? Ты здесь? Он говорил, что поселился где-то поблизости. Тори! Я тут, Верта. Настрой свое зрение под меня. Точно. Эй! Теперь меня видишь? Я до тебя минут 10 достучаться пытался. Да-да. Теперь я точно под тебя настроена. Какая же я глупая все-таки. Впрочем, неудивительно. Я поставила на себя столько ограничителей, лишь бы все забыть. Ты о чем? Я не очень тебя понимаю. Долго рассказывать. Я просто много вспомнила про свою жизнь до гибели мира. По дороге расскажу, если ты все еще не против мне помочь. Ты точно правда думал, что я тебя теперь оставлю? Мими мой друг, и ты тоже. Уверен, что и Роберт был хорошим парнем. Мне жаль, что он погиб. Короче, настало время хорошенько врезать этим ведьмам за все, что они сделали. И спасти нашу подругу. Ага. Вперед! О, где это они? Это и есть ваш город родителей? Он неплохо уцелел. Ну, по сравнению с тем, что я видел на материке. Там все настолько плохо? Ну... Ракеты и наниты уничтожили почти все. Аркиды и другие роботы буквально гуляют по опустевшим полям. А место, где работал мой родитель, заросло джунглями. Сейчас там живут только стаи диких обезьян. Но аркидам все равно плевать. Они иногда там ходят и даже не замечают, что все погибло. Чертовы защитные протоколы, не позволяющие нам видеть реальный мир. Ты помнишь своего родителя? Очень смутно. Она была губернатором в одной из провинций, руководила до последнего. Сказала мне спасаться, а сама... Как и все они, в общем. Как бы я хотел, чтобы она успела улететь. Или хотя бы помнить о ней больше. Это моя вина, Тори. Я сделала так, чтобы все вы помнили как можно меньше. В каком это смысле? Ты помнишь что-то важное? Вспомнила, когда пробудила в себе эту силу. Слишком многое вспомнила, если так подумать. Не то, о чем хотела бы помнить. Я должна была стать той, кто остановит войну. Провести секретную операцию, подчинить нанит в Атлантике и остановить это. Но я сделала что-то не так. Я наблюдала за сотнями миллионов людей через своих нанитов. Видела, как все вокруг горит, но уже ничего не могла сделать. Решение было принято. На свете глава приграничной провинции Панония, сенатор Нуан. Сила самообороны на фразе атакованы неизвестным противником, предположительно Атлантикой. Наниты уничтожают наше оружие и убивают наших солдат. Запрашиваем немедленную поддержку со стороны армии и флота. Города провинции Ла-Плата атакованы. Армия Атлантики немедленно должна отреагировать на это безумие. Только незамедлительный ядерный удар по Афразии остановит врага. Что? Наш арсенал почти уничтожены? Как врагу удалось сделать это так быстро? Наши стратегические вооружения. Не может быть. Мы будем бороться до последнего. Солдаты, боевые роботы, вперед! Я не понимала, почему они ведут бесполезную войну. Они могли бежать из умирающей планеты, но продолжали. В последний момент я даже попыталась к ним обратиться, использовав их женанитов. Вцелевшие после первых минут войны люди. Спасайтесь, не слушайте своих командующих. Это уже невозможно остановить.
Ваш единственный шанс спастись навсегда покинуть землю. Спасайтесь. Я была лишь наблюдателем. Пыталась спасти тех, кто не хотел воевать. Хотя бы немногих. А потом? Когда все закончилось, и из разумных существ на планете остались только оркиды. Протокол Мира отреагировал на наш всеобщий ужас. Закрыл картины войны от наших глаз, оставив их в зазеркалье. Мы просто не видели и не осознавали случившегося. А я забыла даже саму себя. Думаю, я увидела слишком многое, и протокол не мог защитить меня иначе. Помогите! Мими! Я слышу ее голос. Беги к ней. Я постараюсь максимально укрыться в зазеркалье и подойти к ней сзади. Поехали. Чип, полная боевая готовность. Переход в вид от первого лица. Не ври нам, Мими. Кто является катализатором, если не ты? Мими, правда, не знает. Не знает. Рой очень любит котиков. И Фрида тоже. Может, это кто-то из них? Достала. Могу я ее прикончить, если она продолжит свои глупости? Оставь ее уже, Азур. Похоже, Мими и правда не знает. Подумать только. Я ведь убила Роберта. А я почти век до этого не убивала. И ради чего все это? Ты в очередной раз ошиблась, сестра. Оно того стоило. Теперь мы точно знаем, кто катализатор где-то здесь. И если ты перестанешь ныть и поможешь, мы быстро его найдем. Сколько здесь этих оркидов? 2-3 десятки. Мы легко найдем нужного, даже если придется перебить их всех. Мне это не нравится, но хорошо. Можешь начинать поиски. И закончить с Мими. Только попробуйте. Девочка, силы катализатор перед вами. Мои наиты повсюду. И вам лучше отпустить Мими, чтобы я не навредила одной из вас. Все поняли? А я давно тебе говорила, сестра. Либо она, либо Роберт. Верта, спаси! Мими, страшно! Блю и Азур сумасшедшие, они убили Робушку! Беги ко мне, я смогу тебя защитить. Хорошо. Они страшны, сестренка, Верта. Не волнуйся, беги к берегу, быстро. Дальше я разберусь. Ты правда так думаешь? Верта все еще не понимает. Мы не простые оркиды вроде тебя и твоих друзей. Арт Акастодианы, не игрушки. Мы боевые единицы. Защитники и солдаты наших родителей готовы убить и умереть ради них. Возможно, ты смогла бы победить одну из нас в прямом столкновении. Но двоих... Мы слишком быстры и смертоносны для тебя, девочка. Готова, сестра? А такое одновременно? Только отдай приказ. Бесполезно. Их двое, и они слишком быстрые. Я это чувствую. Стоит не атаковать, ну и мне конец. Остается одно, дождаться подходящего момента. Или уже достаточно близко. Пора. Давай, Тори. Что? Кажется, твоя подружка выведена из строя, Блю. Искусственные короткие замыкания, сила. Слишком просто. Ведь мы всегда были такими слабыми. Ублюдок. Я уничтожу вас. Уничтожу вас обоих. Начни с меня, Блю. Нам пора закончить начатое. Ты убила Роберта, тварь. Пора оплатить по счетам. А, только убить. А что было бы, если бы были бы другие варианты? Ладно.
Убиваем. Я позабочусь о Мими, обещаю. С ней все будет в порядке. А это кто? А, это парень или девушка? Извините, я не так не поняла. Мими будет скучать, сестренка Верта. Ты ведь еще когда-нибудь вернешься? Конечно, Мими. И, может быть, даже приведу других мальчиков и девочек. Нашему острову нужны новые ребята. Да! Найдите Мими мальчика, самого красивого. Постараюсь. До встречи, ребят. И не скучайте. Я вас всех очень-очень люблю. Пока-пока, Верта. Пока-пока. Ну вот и все. Пора отправляться в путь. Этот мир огромен, и я хочу увидеть его целиком. Ты готов, Тори? Спрашиваешь. Что нам может грозить вообще? Команде, которая победила целых двух ведьм. Вперед, Верта, я покажу тебе весь мир. Конец. А, это уже, это вся, получается, игра, да? Игра создана в рамках второго джема Творцов Миров. Окей. Все данные об использованных ассетах прилагаются в текстовом файле. Спасибо. Ну что ж, ребят, мне очень понравилось. Да, какие-то моменты были такие непонятные. Интересно, а что было бы, если я бы выбирала совсем другие варианты? Наверное, не было такого, да? Ну, я прошла на свою концовку. Надеюсь, вам тоже понравилось. Если да, то обязательно поставьте лайк. А так... Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте, ссылка в описании под видео, на сервер Discord, ссылка в описании под видео, и, конечно же, оставляйте комментарии. Всем большое спасибо, всем пока!